Пожениться 2-го-2-го-22-го – такую идею многие сочли удачной. В немецком Кёльне в этот день сыграли свадьбу 26 пар. «Два – мое счастливое число, и думаю, что два – это всегда хорошо». Мужчины немного прозаичнее. «Теперь каждый год я буду запросто вспоминать дату свадьбы». 2 февраля поженились почти в два раза больше пар, чем в обычные зимние дни. Бюро регистрации браков Кёльна пришлось открыть дополнительный зал. «Мы в бюро постарались сделать все, чтобы наши молодожены были довольны. По меньшей мере постарались угодить с датой свадьбы, но счастливую семью они должны создать сами». Кстати, молодожены сыграли свадьбы на второй день после того, как наступил год голубого водяного тигра. В китайском гороскопе этот знак символизирует храбрость, сильную волю и благородство.